Привет всем, меня зовут Петр Ившин. Мы продолжаем наши небольшие уроки, которые составляют достаточно большое учебное пособие. Это второй урок, и он будет посвящен постановке рук и тому, какие способы удержания палочек существуют, и как их держать правильно, и какие есть варианты. Но, опять-таки, перед тем, как начать, я бы хотел поблагодарить компанию «Стамбул-Агоп», которая предоставляет мне тарелки, компанию «Сонор», которая эндорсером барабанов, которой я являюсь, и прекрасные швейцарские палочки «Агнер», которыми тоже я играю. И я очень благодарен всем этим фирмам за то, что они доверяют мне возможность играть на этих прекрасных инструментах. Переходим к теме нашего второго урока. Она, как я уже говорил, посвящена постановке рук. Значит, во-первых, перед тем, как начать говорить непосредственно о постановке, надо понять то, где конкретно, на какой части палочки нужно ее удерживать. Значит, здесь ситуация такая, что, в общем-то, есть такая зона в палочке, в которой как бы отскок будет наиболее самым лучшим. Вот я помню, когда я учился еще в музыкальной школе, были такие не самые хорошие барабанные палочки, играли чем могли, как говорится. И преподаватель мне рисовал вот тут такую риску, просто такой кружок ручкой. И надо было играть таким образом, чтобы рука не съезжала. То есть рука могла съезжать либо сюда, назад, либо вверх. И таким образом я помню, что вот этот кружочек, он служил ориентиром для того, чтобы понять в момент игры, в момент занятий, съехала ли у тебя палочка либо вперед, либо назад. Так вот, в принципе, я рекомендую делать что-то подобное, но для того, чтобы понять, где ее рисовать, нужно сначала взять палочку и просто посмотреть, где же эта зона находится. Находится она, как правило, вот здесь. Вот. То есть это где-то, ну, приблизительно конец одной трети палочки. Вот смотрите, если я возьму палочку, например, чуть-чуть дальше, видите, отскока практически нет. Если я ее возьму тоже чуть-чуть дальше, только в другую сторону, отскока тоже нет. Соответственно, если я ее беру вот здесь, как вы видите, палочка начинает отскакивать. Соответственно, где-то вот здесь, где находится первая треть палочки, где она заканчивается, можно смело рисовать этот кружочек. И когда вы начинаете заниматься, следить за тем, чтобы рука не съезжала либо вверх, либо вниз, как я уже говорил. Теперь, после того, когда мы уже как бы разобрались с тем, где держать палочку, следующий этап заключается в том, чтобы понять, как ее держать. А тут уже существует два варианта замка. Есть такое понятие, как замок, и есть такое понятие, как постановка. Вот существует два вида замка и три вида постановки. Мы сейчас рассматриваем исключительно симметричную игру. То есть существует, как вы понимаете, еще традиционный замок. Я им играю не так часто, но что-то, в принципе, могу о нем рассказать. И сделаю это в конце этого видео, но немного. Потому что в большей части своей жизни я проиграл в симметричном, и поэтому больше буду говорить о том, в чем я лучше разбираюсь. Соответственно, дальше мы должны понять, что существует два вида замка. Какие же они? Первый вид замка – это тот вид замка, при котором мы используем при игре кисти. И если говорить про то, как этот замок устроен, то я вот покажу, как это нужно делать. Вот эти три пальца нужно четко прижать прямо к палочке, к рукоятке. И в момент игры эти пальцы, они должны быть приклеены к палочке. То есть ни в коем случае они не должны двигаться, палочка не должна двигаться внутри. Вот. И в этом случае получается, что вот вы держите, вот этот ваш замок, вот эти три пальца, это как бы ваш замок,
И большой указательный палец вы просто кладете сверху на палочку. Вот таким образом, как я демонстрирую. Очень важно понять, чтобы между большим и указательным пальцем было вот это вот отверстие, на которое я вам сейчас указываю. Вот оно. Потому что если его не будет, то это будет зажимать вашу кисть во время игры. И таким образом ваш звук будет не настолько красивым, насколько бы он мог быть. Поэтому очень важно следить в такой постановке за двумя моментами. Первый момент связан с тем, чтобы вот эти пальцы были основным замком, чтобы палочка не двигалась в момент игры, как я уже говорил, чтобы они были приклеены. И второй момент заключается в том, чтобы вот это вот расстояние между большим и указательным пальцем строго сохранялось. Соответственно, как вы понимаете, все, что связано с правой рукой, также связано и с левой рукой. То же самое расстояние. И как вы видите, когда этот замок называется кистевым. Почему? Потому что в данном случае у нас в игре участвуют только кисти. Видите, движение происходит кистью. Потому что пальцы не участвуют, как я уже говорил, в игре, соответственно, весь удар происходит кистью. И я чаще всего играю сейчас таким замком. И таким образом у вас есть возможность всю силу удара сфокусировать на всей палочке. Да? То есть у вас получается, что за счет вот этого рычага вы добиваетесь звучания всей палочки целиком. Вот. И, соответственно, получается, это мы сейчас с вами разобрали первый замок, замок кистевой, который имеет отношение к кистевой игре. Существует также еще другой замок. Он используется также часто многими барабанщиками. Этот замок называется, он связан с пальцами. То есть, играя этим замком, вы больше играете пальцами, чем кистями. И здесь есть разница. Разница заключается в том, что если, как я уже говорил, замок, кистевой замок сфокусирован на этих трех пальцах, то пальцевый замок, он будет сфокусирован вот здесь. Он находится между большим и указательным пальцем. Как я уже и говорил, зона держания этого замка находится в той зоне, где отскок происходит лучше всего, то есть та самая точка баланса, про которую мы говорили в самом начале занятия. Соответственно, если мы играем пальцами, то здесь уже замок переходит с этих трех пальцев на большой указательный, и таким образом у нас освобождается место для того, чтобы мы играли вот этими пальцами тремя, создавали движение. И вот уже таким образом играется, исполняется пальцевый замок, да, как вы видите. Что это дает? Это дает, в принципе, какой-то более, может быть, легкий звук, вот, потому что вы блокируете звучание вот этой части палочки, остается только две трети, и получается, что вы можете использовать более легкий звук, хотя, в принципе, конечно, негромко можно играть и кистями, и пальцами, все зависит от количества занятий и том, сколько вы этому уделяете время. Но, тем не менее, вот я сейчас покажу, момент кистевой игры и момент пальцевой игры. Вот, допустим, кистями я играю. Вот я перекладываю палочки и играю пальцами. То есть, как вы видите, оба этих варианта работают, они звучат немного по-разному, поэтому я рекомендую выбрать тот вариант, который наилучшим образом подходит для вас. И не стараться сразу научиться играть и кистями, и пальцами, а все-таки найти тот способ, который вас больше устраивает. Но я все же рекомендую начать с кистей, потому что это все-таки базовый и фундаментальный способ игры. И поэтому я все-таки рекомендую начать с кистей, но если в силу каких-то обстоятельств вы примете другое решение, безусловно, следуйте ему в полной мере. Итак, про замки я рассказал. Теперь про постановку. Существует три вида постановки, как я уже говорил. Два вида замка мы разобрали. Три вида постановки. Первый вид постановки называется немецким.
Это когда кисти у нас вот таким образом развернуты. Я чаще всего играю в такой постановке. И кисти вот находятся вот как бы вот под таким углом, как вы видите, да? Второй вариант постановки называется американским. Это когда мы руки чуть-чуть как бы к телу подтягиваем. Вот этот вариант игры. И третий называется французским. Это когда, в принципе, палочки находятся практически, практически параллельно друг другу. И, как вы понимаете, два варианта замка, оба замка могут также сочетаться с любым из вариантов этих постановок. В чем здесь важный момент для меня? Я рекомендую не переходить в момент игры с одной постановки на другую. То есть, если вы играете, допустим, в немецкой постановке, то лучше играть уже в ней до конца всю вещь. Если вы играете в американской и во французской, то это как бы к ним имеет точно такое же отношение, как и к немецкой. Почему? Потому что, когда вы переходите в момент игры с одного вида постановки на другой, то очень часто вы можете нарушить музыкальную ткань. И таким образом это может ввести какую-то неточность и не очень такую четкость, филигранность в вашу игру. Вот. Но сейчас я просто буквально чуть-чуть продемонстрирую то, что в принципе все три вида замка, вернее постановки, имеют место существования. Вот сейчас я сыграю немецким, допустим, замком. Вы видите, при немецком замке мне приходится иногда делать разворот корпусом, чтобы сыграть по флор-тону. Да? Вот вариант, вариант американской постановки. Третий вариант – это вариант французской постановки, которым, например, очень часто играют такие выдающиеся барабанщики, как Билли Кабом, например, или Саймон Филлипс. Ну вот, как раз сейчас сыграл какую-то фразу наподобие этих барабанщиков. Вот, и так что, как вы видите, все это вполне имеет место быть. И в конце этого урока я немножко затрону, как я уже обещал, вопрос традиционной постановки, который я играю крайне редко, но могу тоже чем-то поделиться на этот счет. Значит, здесь ситуация вот в чем заключается. Та самая точка баланса, про которую мы говорим, про которую мы говорили в начале видео, а замок находится между большим и указательным пальцем. То есть вот здесь она прям находится, вот так мы держим палочку. И, соответственно, самое главное здесь понять то, какой же все-таки замок, как мы фиксируем палочку после удара, потому что в этом замке очень трудно его сфиксировать. Видите, палочка может отскакивать, и если мы не знаем, чем ее фиксировать, то она может быть бесконтрольной ударом. Вот. Здесь существует так называемое правило двух захватов, двух замков, которые срабатывают непосредственно после удара. То есть не в момент, а после. Первый замок находится между большим и указательным пальцем. То есть вот здесь мы захватываем. И второй замок находится между третьим и четвертым пальцем. Вот этими двумя замками после удара мы фиксируем палочку, как вы видите. Собственно, если поиграть что-то двумя руками, то вот я могу немножко продемонстрировать традиционную игру. Но есть один нюанс. Если вы выбираете традиционную игру, традиционную постановку, то вам придется пересмотреть и вариант постановки барабанов. То есть придется вернуться в первую тему. Я не рассказывал о постановке барабанов для традиционного замка, но это есть тоже определенные правила, которые, в принципе, вы можете найти в школах таких великих барабанщиков, как Дэйв Экл или Стив Смит.
которые играют именно вот в этой постановке больше всего, и они очень много рассказывают про посадку и про постановку барабанов. И для тех ребят и людей, которые хотят играть традиционным замком. Спасибо вам большое за внимание. Это был Петр Ившин и урок, посвященный постановке.